Посмотрите внимательно на эту женщину, подозреваемую в мошенничестве. Подозреваемая была задержана 5 сентября сотрудниками отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками полиции по Республике Карелия. Задержана цыганка в Карелии, а преступление, в котором ее подозревают, совершено в Твери. Потерпевшая женщина 72-го года рождения. Именно с нее подозреваемая якобы снимала порчу. В результате, завладев деньгами потерпевшей и ювелирными украшениями, ущерб от противоправных действий составил 155 тысяч рублей. В пятницу, 6 сентября, Заволжский районный суд города Твери избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска обращаются ко всем, кто мог стать жертвой подозреваемой, с просьбой, если узнали свою обидчицу, срочно позвоните в полицию. Еще раз обращаемся к вам с просьбой. Позвоните в городской отдел полиции по указанным телефонам, если вы пострадали от противоправных действий этого человека. Задержанный подозревается в серии краж на территории Твери.